Предположим, вы наткнулись на чемодан с 5 миллионами баксов. Что вы купите? Яхту? Особняк? Спортивную машину? Сожалею, налоговая ничего ценного купить не даст. Так что лучше всего вернуть деньги в банковскую систему. Но есть проблема. Эти грязные деньги слишком чистые. Будто только что из хранилища. Требуется их состарить. Смять, извалять в грязи, бросить под колеса своего автомобиля, что угодно, лишь бы превратить их в БУ. Вам нужен бизнес, где крутится наличка. Что-то приятное и веселое. Где можно легко вести двойную бухгалтерию. Никаких там кредитных карт и тому подобное. Вы перемешиваете свои миллионы. Эта смесь отправляется из американского банка в банк любой страны, который не подчиняется налоговой службе США. Потом деньги поступают на текущий банковский счет, и вуаля. Вам остается лишь добраться до одного из 3 миллионов терминалов, потому что ваша работа окончена. Ваши деньги отбиты.